Детское радио представляет. Про лень, пельмень и бегемота. Эх, давненько хотела я в этом городе побывать. Тут университет знаменитый, Оксфордский. Надо посмотреть, что ж тут такого особенного. Ух ты, это что же в этом городе? Акулопад случился? А когда? А почему же я не знаю? Я же все знаю. Это чтоб такая огроменная акула в крыш застряла. С какой она высоты должна была падать-то? Подлечу-ка поближе. Где это я? В пригороде Оксфорда, в Хедингтоне. А, это же не настоящая акула! Это же местная достопримечательность. Слава богу, я и прав все знаю. И про эту акулу тоже рассказать. Вот еще. Сами могли бы знать о таких вещах. Это ведь акула знаменитая. Сколько про нее в газетах писали, по телевизору показывали. А началось все в 86-м году прошлого века. Выходят жители Оксфорда на улицу и видят. Торчит из крыши дома, их соседа, американцы, между прочим, огромный акулий хвост. То есть даже не хвост, целая акула, только головы не видно. А она же крыш пробил головой-то. Соседи удивились, посмеялись, но вид не подали. А вот городские власти были возмущены. Как же так? Без нашего разрешения и такое безобразие. И где? В Оксфорде, хар-хар! Попытались они хозяин дома Билла Хайна сначала говорить. Тот ни в какую. Мой дом говорит, что хочу, то и делаю. Нет в Великобритании закона, который запрещает человеку ставить огромную акулу на свою собственную крышу. Городские власти сначала говорили, что огромная акула может упасть на голову прохожим. Вызвали архитекторов. Те говорят, ничего подобного, крепко держится. Тогда вызвали специальную комиссию, чтобы доказать, что акула портит городской вид. Но комиссия решила, что эта самая акула не хулиганство, а городская достопримечательность. И почти 8-метровая рыбина осталась на своем месте. Больше 20 лет торчит из крыши. Зачем Билл Хайн акул в крышу воткнул? Его спрашивали, а он ответил как-то очень мудрено. Говорит, эта акула выражает чувство человека, который ощущает полное бессилие, гнев и отчаяние. Да. Оказывается, не нравится ему, что разные государства изобретают все новые и новые виды оружия. Зачем я вам все это рассказываю? Вам ведь все равно, что имел в виду хозяин акулы. Для вас это просто необычная скульптура. Сфотографировали и забыли. А, болтусы, улетаю я от вас, карр. Про лень, пельмень и бегемота.